Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня мы чествовали своими молитвами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Несмотря на то, что они родились на свет Божий в IX веке, в начале IX века, старший из них Мефодий, младший Кирилл. И несмотря на то, что сравнительно короткую жизнь прожил Кирилл, 42 года всего, но очень много потрудился в деле просвещения. Конечно, о них очень много можно рассказывать, потому что биография у них очень насыщена событиями. В основном, конечно, это труды просветительские, апостольские труды. В частности, Кирилл был знаток многих языков. И даже вспоминается такой момент, когда он буквально в пути выучил еврейский язык и самарийское наречие, ну, можно сказать, настолько, что мог уже общаться, когда приехал к месту своего следования. Он проводил часто диспуты, дискуссии. Это достаточно сложный жанр такой, потому что это не монолог, это диалоги, нужно такой заметить, полемический. Полемический, полемос с греческого языка – это война. То есть это, что называется, перебрасывание словами, и нужно, что называется, сразить своего противника словом. И Кирилл, он был мастером слова духовного, Господь дал ему такое дарование. Мефодий, может быть, в меньшей мере, его старший брат. Они, конечно, были очень образованными людьми своего времени. В частности, Кирилл часто убегал от всевозможной славы, но его постоянно возвращали к императорскому двору, потому что нуждались и к патриаршему двору, нуждались постоянно в его слове, в его образовании. Слово можно ведь за собой полки повести. Словом можно воскресить, можно умертвить. Особенно сейчас мы знаем, что информация бывает разная. Бывает отрицательная, которую можно убить человека, толкнуть на какой-то ошибочный путь. И бывает верная информация. Вообще, само, конечно, слово «информация» переводится как такая мера организованности, потому что информация как бы не допускает, по идее, лжи. Если там есть ложь, то это уже не информация, это уже дезинформация. Но сейчас часто выдают дезинформацию за информацию, и люди впадают во всевозможные заблуждения. Господь о таких сказал, что горе человеку, кем входит в этот мир соблазн. В основном соблазн входит в этот мир сейчас через слова. Кирилл и Мефодий пришли на нашу землю крымскую через город Керчь, в котором мы живем. Землю эту топчем, в общем-то, коптим небо, как говорится. Вот пришли они на эту землю. Но здесь они не задержались, они направились в более такие места, от которых зависела судьба будущая. Это Херсонес.
И там они много потрудились. И самое главное, их заслуга заключается в том, что они дали азбуку. Азбука. Вот мы привыкли, что у нас есть азбука, что у нас есть текст. Мы можем прочитать информацию. Но так не всегда было. Было время, когда не было текстов на славянском языке, ну, в переводе на наш язык, на русском языке, не было текстов. То есть для того, чтобы почитать какие-то тексты нашему русскому человеку, нужно было изучить какой-то древний язык, греческий или латынь, для того, чтобы что-то почитать. А так, все, ты во тьме. У тебя информация только из уст. Устная информация, а текстовой не было для русского человека. То есть, по сути, Кирилл и Мефодий создают ключ к огромному миру информации. То есть, если ты грамотный человек, ты можешь читать, писать, ты можешь открыть целую вселенную для себя, начать читать книги. Понимаете, ведь в чем тут вся как бы суть? Вообще только люди – это исторические существа, но даже нельзя так сказать обо всех людях. Вот, например, язычники. Для них, по сути, истории как таковой не существует. Ну, истории, это вы сами понимаете, такое линейное время, когда мы говорим время от Рождества Христова до Рождества Христова. Мы можем сказать, в каком году, в каком месяце случилось то или иное событие. А вот язычники древние, они жили в циклическом времени. То есть, по сути, для них времени, я имею в виду, как столетия, годы, месяцы, не существовали. У них были циклы: весна, лето, осень, зима. То есть, по сути, они жили в тех же циклах, что и жили животные. Почему важна история? Вообще, если само слово «история» перевести из греческого языка, или «историк», особенно лучше перевести слово «историк», то переводится буквально как «современник». То есть историк – это тот, который пытается события прошлого сделать событиями настоящего времени. Вот он прочитал, скажем, какие-то тексты древние, и он начинает оживлять эти тексты в наше современное время. Он начинает как бы давать голос для древних писателей. Он прочитывает эти тексты, люди слушают эти тексты, а значит, что человек, который жил, скажем, 2000 лет тому назад или 100 лет тому назад, и он написал что-то, и мы это прочитаем, то это значит, что он оживает, этот человек, в нашей современности. И он может влиять на умы. Он действует на нас. И бывает, что древние писатели больше действуют на нас, чем современные. Мы говорим «современные», да это такая банальщина, это совершенно неинтересно, это даже пошло. Кто это может читать? А вот почитаешь древних авторов и думаешь, действительно, какая мысль, какая глубина. И мы начинаем буквально очаровываться этим текстом, мы начинаем интересоваться жизнью этого человека. Вот Священное Писание, Евангелие, евангелисты написали 4 Евангелия. Вот представьте себе, что у нас текстов нет. А значит, что для нас история мертва, мы в темных веках, даже можем быть в темных веках, будучи в наше
информационное время. Понимаете? И получается, что Кирилл и Мефодий дает нам этот ключ и говорит: открывайте мир познания, открывайте мир мудрости, читайте. А наш современник говорит: дай лучше я смайлики какие-нибудь посмотрю. Человек настолько стал примитивен, и примитивность его в том, что ему самое главное получать какие-то эмоции. Но помните, когда Спаситель наш встретился со своими первыми апостолами, и в скорости он расстается с ними, потому что уходит в пустыню. То есть их встреча была, ну, такой, скажем, достаточно кратковременной. Он уходит в пустыню, и когда он возвратился с пустыни, он идет к морю Галилейскому и опять застает своих учеников за ловлей рыбы. Знаете, в чем важность этого момента? В том, что если бы сейчас, то сейчас поймали бы горяченькими вот этих учеников на эмоциях. Их бы никто не отпускал. Их бы дальше продолжали накачивать информацией. Для того, чтобы вот эта эмоция, вот это настроение, оно сохранялось. А как Господь делает? Когда они эмоционально восприняли Христа поначалу, от первой встречи, Господь пытается остудить их эмоции. Он уходит от них, и они занимаются своим привычным делом. 40 дней. Это время поста великого и рождественского. И они остывают. И вот Господь возвращается к ним остывшим. Почему обращается к остывшим? Для того, чтобы опираться не на их эмоции, потому что эмоции – это такое настроение. Сегодня хорошее у меня пищеварение, поэтому у меня будут хорошие эмоции. Тут что-то испортилось пищеварение, у меня плохие эмоции. Или какая-то муха укусила сегодня, и у меня уже плохие настроения. Господь хочет создать убеждение в человеке. Убеждение. И поэтому Он отбрасывает эмоции. И он продолжает проповедовать им, говорить свое слово. Они впитывают это слово. Они понимают, что есть смыслы. И они могут объяснить им их жизнь и жизнь их народа. Без смыслов человек – бессмысленное существо. Он превращается в животных. Почему? Потому что животные смыслы не ищут. Им не нужна история, им не нужно оживлять историческую память. Вот посмотрите, животные, они могут только помнить жизнь в рамках своей жизни. Вот, например, когда-то, год назад, хозяин их пнул, например, ногой. Ну, например, собаку или кота. Оно может это запомнить, животное. И уже на какие-то движения хозяина будет соответствующая реакция у животного. Страх там или наоборот агрессия. Но животное не помнит, что было с их дедушкой или прадедушкой. А человек помнит. У него есть историческая память. Вот это самое важное, историческая память. И ключ к исторической памяти – это грамотность. И знаете еще что? Это традиция. Почему? Потому что правильно понять Священное Писание. Атеисты ведь они тоже читают Священное Писание, но они его неправильно понимают. Но когда ты находишься в церкви, когда ты воцерковлен, и ты читаешь Священное Писание, ты понимаешь, о чем идет речь. Вот элементарное слово «молитва». Мы привыкли к этому слову. Но что знает, скажем, человек о молитве, когда он никогда не молился?
Ну, какая-то молитва, там что-то... Ой, это неубедительно, это какой-то архаизм. Да зачем это? Это как прялка старая, которую можно выставить, так сказать, за пределы своей жизни. Это не нужно, это неинтересно. Но человек верующий, он в традиции находится. Он воспитан в этом русле духовной жизни. И он понимает, да, вот это пост, я знаю, о чем идет речь. И поэтому он может прочитать правильно этот текст. У него есть ключ. И мы, конечно, Кириллу и Мефодию за это очень благодарны. И нужно заметить, что не все принимали с восторгом. Многих настолько свет, который несли эти учителя, он просто раздражал, они приходили в бешенство. Нас ведь тоже иногда свет правды приводит в бешенство. Нам говорят правду. Говорят, слушай, Вася, ну ты не прав. А мы говорим, нет. И мы начинаем, знаете, как уж под вилами, изворачиваться и доказывать, что мы правы. А потом возвращаемся домой и думаем, что ж так погано на душе-то? А все почему? Потому что тебя обличили, тебе сказали правду. А ты опять ползешь, как уж в свою темную нору. И ты в этой норе постоянно находишься, темной. И тебя в душе темно, тебе мрачно, у тебя ад в душе, тебе тоскливо, тебе жить не хочется, у тебя депрессия. Ты живешь в кошмаре. Почему? Потому что ты не хочешь принять свет. Господь же об этом как говорит? Что тот, кто делает дела злые, он не идет к свету, потому что свет обличает его темные злые дела. Поэтому они просветители. А просветители чего? Помните, как у нас министерство называется, которое занимается этими делами? Во всяком случае, должно заниматься. Помните, министерство образования и просвещения. А знаете почему? Потому что образ Божий должно просвещать Слово. Мы часто задаем себе вопрос, а в чем же образ Божий? А знаете, почему мы не знаем? Потому что не просвечивает свет наш внутренний мир. Мы во тьме находимся, и поэтому мы не знаем, что такое образ. Но когда просвет пронзает, как стрела, наш внутренний мир, когда уязвляет нашу совесть, когда цепляет нас, когда нам становится больно от того, что мы плохие, что мы не умеем жить правильно и хорошо. Вот тут начинается ощущение в себе образа Божьего. Знаете, когда мы узнаем, что у нас есть душа? Помните, молодые люди, они часто, да что душа, да это вообще какое-то непонятное, так сказать, что-то. А знаете, когда мы начинаем узнавать, когда она у нас есть, когда она болеть у нас начинает? Знаете, когда вроде бы тело не болит, можешь прыгать, как сайгак, а вот душа болит. И вот когда мы узнаем о том, что у нас есть образ Божий, когда нас начинает просвечивать Слово Божие, тогда мы думаем, действительно, мы ведь все-таки не от кошки произошли, не от обезьяны, а произошли мы от Бога. Бог нам дал жизни. И за это мы тоже благодарны святым братьям. Братьев много, но мало просветителей. И поэтому мы молимся им. Вот сегодня в этом храме должно быть полно школьников и учителей. Все должны сегодня стоять здесь или в других храмах и молиться о том, чтобы грамоту эту воспринимать правильно. Школьники есть? Нет школьников. Такая у нас и школа. Такое у нас и Министерство образования и просвещения. Чем мы просвещаем сейчас? Образы. Какую ответственность берут на себя учителя, когда думают, что они свет несут? И помните, как Господь говорит, если ты говоришь, называешь светом то, что в тебе тьма есть,
то что такое тьма тогда уже в тебе? Это тьма-тьма такая, знаете? Поэтому, братья и сестры, молитва должна быть. А что такое молитва? Это светлые мысли, потому что молиться человек не может с темными мыслями, он только может с хорошими мыслями молиться. Потому что Господь говорит, если ты хочешь, чтобы я тебя услышал, услышь меня в исполнении моих заповедей. Вот суть. Поэтому Кирилл и Мефодий для нас образ чего? Мы сейчас можем сказать, ну они, да, им можно помолиться, чтобы, значит, в учебе было хорошо. Мы все должны быть Кириллом и Мефодием для своих детей, для своих семей. Мы всех должны своих просвещать. Но для того, чтобы просвещать, нужно просветиться. Для этого не нужно такой иметь самоуверенности. Да, я уже все знаю, я такой умный. Нет. Это гордая самоуверенность. Помните, есть такой афоризм. Что такое мудрость? Это движение от гордой самоуверенности к решительной задумчивости. Когда ты начинаешь понимать, кто ты, только через потрясение твоей гордости. Поэтому что Господь делает прежде всего? Он начинает трясти нас, как грушу, нашу гордыню. Вот Он так сделает, потрясет нас, и когда нам станет отвратительно от самих себя, от своей гордости, от своего самолюбия, от своего тщеславия, вот тогда мы только здоровыми людьми становимся. Тогда у нас становится ясный, светлый ум. У нас доброе сердце тогда. А гордый человек – это человек, который злой. Это человек, который внешне вроде правильный, вроде такой весь, понимаете, но все это для того, чтобы обслужить свое личное божество, самого себя. Вот, братья и сестры, Кириллов и Мефодиев в этой жизни принимают с трудом. И поэтому их гнали везде и всюду, и с Моравии, это нынешняя Чехия и Словакия, и Панония, это Венгрия, Австрия, Хорватия, Сербия. Ну, то есть, это как бы границы-то, в общем-то, не совсем совпадают с современными государствами. Да, то есть, в общем-то, все очень и очень, братья и сестры, непросто. Поэтому, если мы хотим слово доброе сказать, не нужно обольщать себя тем, что нам скажут, о, браво, молодец, прекрасно, в этом же духе и продолжаю. Нет, за Слово Божие нужно пострадать. Но Слово Божие, как апостол Павел говорит, что не вяжется. Нас могут связать, а Слово Божие никогда никто не может связать. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас было пространство свободы внутри нас самих, то что нужно? Изучать Слово Божие. И если даже и нам руки свяжут, но внутри нас будет то, что никто никогда не сможет связать. Потому что Слово Божие – это огонь, Слово Божие – это свет. Пожалуйста, кто-нибудь может связать свет? Кто-нибудь может свет посадить в темницу? Никто. Так пусть внутри нас, внутри нашей темницы будет свет, братья и сестры. Ну, это прекрасное окончание сегодняшнего слова. Да будет свет! Храни Господь!